Комбанова, меня зовут Хидео Кодзима. Я разработчик популярных компьютерных видеоигр и видеоигровой режиссер, а также немножечко гений, есть. Мне тут в интернете присылают одни приколы, мои подписчики и зрители. Они мне присылают какие-то очень-очень странные игры от очень-очень плохих компаний. И я, как известный и популярный видеоигровой режиссер, хочу вам показать, что эти игры очень-очень плохие, и их не надо ни в коем случае покупать. А потом я покажу вам действительно хорошие, настоящие игры. Какая отвратительная плохая графика. Ууу, текстурки, ёпты, бля, мезозой. Ужасная работа. С тенями просто некрасиво. Плохая графика. Мыльное, мыло. Вот уже мыло показывают. Ой, фу, он не одноглазый, фу. Он не может быть героем компьютерной игры. Только одноглазые мужчины, бородатые, могут быть прекрасными героями. Очень-очень-очень плохая графика. О, это прям PlayStation 0. Вот это PlayStation 0. Ужасно. А вот это мы после вечеринки со Snoop Dogg, когда я был в Лос-Анджелесе. Да, я помню. Дал мне селебный травы из Усиси Стана. И вот такой вот город потом был в Лос-Анджелес после нас. Ой, очень-очень плохая команда. Очень. Это какие-то турки. Плохая компания купила плохих людей. Ужасная графика, плохая. Некрасивые модели. Очень нету глубины насыщения. Нету режиссерских инноваций. Катсцены будут идти меньше 1 часа. Уксо! Ужасная игра. Ужасный некрасивый герой-мужчина. С плоской задницей нечувственной. Ужасная игра для тупой гайдзин, который хочет убивать только. Бегать всех и палкой бить. Очень-очень плохая игра. Ни в коем случае не покупайте. Все отвратительно. Графика отвратительна. Нету режиссерской глубины. Нет зазернения в катарсисе. Отвратительно. Ксо! Просто отвратительно. Хочется харакири совершить после такой ужасной игры. Это отвратительная игра. Ни в коем случае не покупайте. Ууу, черт! Снова плохая компания. Самая худшая компания видеоигровая в Японии, которая делает очень-очень плохие игры. Снова игры великих людей делают какие-то турки на Unreal Engine 4. Ксо, как они изнасиловали моего ребенка. Они сделали ему очень плоскую задницу. Нет. Очень-очень плохая графика, некрасиво. Я 3 часа по лесу самоубийц в Акихабаре ползал. Для того, чтобы motion capture записать для этой игры. Для того, чтобы прочувствовать, что чувствовал герой. Я съел всех лягушек, рептилий и живность в Акихабарском лесу самоубийц. Вот это вот я, когда дрался с полицейскими, делал захват своих боев с ними. А теперь так они испоганили мою игру. Очень-очень плохая компания портит игры очень хороших людей. Плохо. Что они сделали с моим мальчиком? Ксо, посмотрите на него. Мотай, мочо, деска! Ксо! Ебете, куда сай, Аники-чан? А, я. Я воль. О, это же мой дорогой друг Матасон Мигерсону! Великая голливудская звезда! Volkswagen, das Auto. Я. Передаю слово моему другу и коллеге Мадосу Микельсону. Я хотел сказать, что игры Хидео Кодзима самые лучшие игры на планете. Das ist fantastisch, я. О, yes. Игры Konami это scheiße, nicht. Очень-очень плохие игры от компании Konami. Ни в коем случае не покупайте, только от Kojima Productions игры. И пиво Carlsberg, которое... Der Gut. Guten. Oh, yes. Kojima-san, вы поедете на выходных убивать ко мне на сауну? Простите. Записывать motion capture с нашими новыми актрисами. Давай, дружбан, потом поедем в лучший бордель Японии. Я, вас издаст. Auf Wiedersehen, der Zrителен, покупайте пиво Carlsberg. Я. Mein Bruder, Madasu. Итак, сейчас я вам покажу трейлер
действительно, по-настоящему хорошей и великолепной игры, которую обязательно надо купить, только на Sony PlayStation. PlayStation очень-очень хорошая компания, покупайте ее игры, замечательная компания. Вот Sony, очень хорошая. Вот, смотрите, здесь видео приглашенный режиссер Стефан Шпильберг. Какая великолепная графика. Какие текстуры, какие детали, какое освещение, просто великолепно. Потрясающе. Новое слово в жанре графики. О, Zugoye, очень-очень хорошо. Вот это наше развлечение с Гильермо Дель Торо, когда мы вместе соберемся и немножечко решим оторваться. О, это просто гениальный момент, когда мы камерой залетели в мою задницу и сняли motion capture для этого ролика. Так все и было. О, это очень-очень-очень хороший актер. Я правда не помню, как его зовут. Он очень-очень вонючий. Его зовут Ходячие мертвецы, я вспомнил, да? Видите, как человек может себе позволить голливудских звезд в компьютерную игру, потому что он гений. Очень-очень хорошая игра. Смотрите, какое насыщение глубины цвета. Передача света. Очень увлекательный геймплей будет, очень интересным. Вам надо будет ходить, много-много-много ходить и впитывать философию. Очень-очень красивая графика, просто потрясающие виды. Великолепно проделана дизайнерская работа, мастерская. Только гений мог создать эту игру. Только гений. Вот это да, Джокер, вот это Джокер. Очень хороший фильм, мне понравился, я добавил Джокера. Да, вот это Джокер Хиту Леджеру. Мы специально раскопали его могилу, чтобы записать motion capture с его скелета. Так, искусство требует жертв. Вот бои, вот эти ниндзя, роботы-ниндзя будут, я у них очень люблю добавлять в игру. Вот эти с японскими самурайскими мечами, чтобы они вот так вот дрались с гитаристами. Где вы такого еще увидите, в какой потрясающей игре? Кроме как не в этой. Джокер, метал-гитарист против ниндзя-робота. Да, вот это вот. Мы в Японии очень любим такие вещи. Очень-очень хороший человек снял. Очень-очень хороший режиссер видеоигровой. Гениальный просто мог только сделать такую красивую, прекрасную игру. Вот, покупайте игра только на PlayStation. Только на PlayStation. Называется Деда страдает 2. Дед страдает 2. Аригато, Гойзамаштам. С вами был Хидео Кодзима. Видеоигровой гений и просто маленький бог. Покупайте игры только до PlayStation и только от компании Sony. До свидания.